Кстати говоря, можно брать и разные аккорды на выдержанном басу. Очень здорово сочетаются друг с другом увеличенные трезвучия и эти минорные, увеличенные трезвучия и минорные трезвучия. Очень здорово сочетаются полууменьшенные аккорды и мажорные трезвучия. Это вот прям то, что можно помнить. Большие мажорные септаккорды очень здорово сочетаются с уменьшенными. Вот, то есть тоже можно это использовать. Да, как, ну, как две такие. То есть не обязательно использовать аккорды только одной структуры. Вообще, честно говоря, вы можете оттолкнуться от того, что я вам сейчас показывал, да, от того, что взять, допустим, какой-то там интервал один. Ну, допустим, взять интервал, там, я не знаю, кварты, да? Вот, ну и на басуля там сделать. Да, допустим. И мы сделаем это в любом другом порядке, например. Да, просто, ну, кварты в любом порядке расставим. И это будут верхние звуки аккордов. И гармонизовать это вообще любыми тремя звуками. То есть, смотрите. Вообще, да, я сейчас прям искусственно беру. Любые вообще звуки. То есть, понятно, я придумал эту линию. А теперь, да, гармонизую каждый из этих звуков по-разному. Допустим, здесь на до у меня может быть там такое трезвучие. Здесь на фа у меня может быть там, не знаю, там, допустим, такое. Да? Здесь на си у меня может быть, допустим, там, не знаю, такое трезвучие. Здесь на ми может быть там такое. Здесь такое. И как угодно. И, соответственно, их можно менять местами. Понимаете? Это тоже, может привести к таким довольно выигрышным, на самом деле, эффектным звучанием.